Здорово! Мы с брательником в гараже. Это значит, что я буду что-то делать с восьмерочкой. А конкретно сегодня я установлю. Вот он, брательник. Он великий баскетболист. А также он собирается уронить этого жука. Кажется, он упадет, короче, он будет страдать. Потому что родаки наругают. А это, короче, я поставлю сюда сраный моторчик насосик, который будет пискать на заднее стекло, а то оно постоянно грязное. Для этого я возьму моторчик. И сраную прокладку. И все. Вообще, сам бачок этого омывателя находится под капотом. Вот же он. Это, кстати, моя уникальная система включения вентилятора, радиатора, хренатора. А также вот еще и все. Ну вот. И сам этот моторчик проникает в этот бачок вот здесь. Он стоит здесь. Ну, конечно, нужно сказать, что этот бачок — это резервуар жидкости для переднего ветрового стекла, а также и уже и для заднего. Ну, я тогда уже сейчас попробую. Сначала нужно открыть уже и сам этот насос. К сожалению, я не хватило только на одну перчатку с дырочкой, а уже на вторую не хватило. Ну вот он, и сам этот уже и насос. Электронасос умывателя стекол ООО Омега. А пакетик можно использовать, сами знаете для чего. Монтируем нашу систему. Уникальная разработка. И, пожалуй, приподниму бачок, чтобы было видно. А также лучше уже и раздернуть проводишки. Ну вот. Ну, для легкоты обслуживания я уже демонтировал этот бачок и слил оттуда эту жидкость всю. А вот она, и дырочка, где должно она быть. Ну, я так понимаю, нужно ее продырявить, что ли? Ну, затем, конечно же, нужно сделать отверстие здесь, такое же, как здесь, а точнее дырку даже, потому что в моем случае я буду делать сраным ножом. Потому что мне лень идти за дрелью, за всякой фигней. Вот так я ставлю и буду курочить, пока дырка не будет нужных мне размеров. Ну, прям как у моей бывшей, например. Как обычно, если, ну, есть отверстие, то нужно что-то ставить. И здесь я ставлю такую эту прокладку. И достаточно легко делать. Но я думаю, что я справлюсь. Я умею вставлять что-то в дырки. Ну, вообще, если ты мужчина, ты должен уметь вставлять что-то в дырки. Ну, то, что это не получается, может, недостаточно широко. Вот, я ставил эту прокладку в дырочку, чтобы было достаточно легко. Ну, она входит достаточно плотно. А теперь я, получается, уже и готов внедрить насос. Вот. Так вот, дырочка, вот песосик насосика, и сейчас я ее попробую запихать, его точнее. Входит очень тугенько. Прям как я с телочками. Шучу, у меня не входит вообще, потому что слишком большая писька. Шучу, конечно же, друзья. Да, все мои друзья, все мои ребят. Все, кажись, я внедрил. О, что ты будешь делать? Отличный вариант. Конечно, нужно было его до конца пихнуть. Если ты мужчина, то должен пихать до конца, я считаю. Во, все. Ну, кажись, огонь. Если пихнуть до конца, просто не будет использоваться полный объем этого сраного бачка. Ну, теперь я поставлю назад.
И теперь подключаемся. Я возьму проводки для насоса на заднее стекло вот отсюда. Я не знаю, что это было. По-моему, это были такие насосы, которые... Или даже назывались электроклапан для заднего стороны стекла. Ну, короче говоря, залупа клапан. Ну, ладно. Так вот, возьму. Впесосю номер 2. А самое главное, это шланг. И кажется, это вот это. Да, наверное, вот этот. Смотри, я не поехал, что я просто... Это у меня такая роль. Я актер. Великий. Шучу. Делаешь шланг, да? Новый насос. Также изговнякал свою руку. А, у меня же была одна драная перчатка, где она? Ну вот, осталось только лишь залить уже и жидкость, и конкретно проверить. Во-первых, проверить, не потечет ли чего-нибудь. А во-вторых, проверить уже и брызгает ли на стекло. Четко и красиво залил. Так как я заливаю телочком. Ладно, шучу. Не заливаю. Я все промазал, как обычно. Ай. Ну что ж. Проверим. Сейчас это стекло вонючее, грязное, но я попробую побрызгать и даже включить дворник. Стеклоочиститель. Ну все. Короче, вроде все подключил, но он не брызгал. Затем я понял, что он не брызгает даже вот отсюда. То есть сначала думал, что что-то может быть с трубопроводом не то, со шлангочками. Но, кажется, проблема здесь. Придется прибегнуть к помощи брата, блин. Сейчас мы попробуем нажать. Ну, давай. Ну? Еще раз. Все, стоп. Глупый, сраный, тухлый, вонючий насос. Короче, видимо, из-за того, что система долго не работала, ушло целых много времени, чтобы ее прокачать всю полностью. Вот, как теперь выглядит. Все на полу нахрен. Но зато начал брызгать сюда. Брызгает просто повсюду, сейчас покажу. Ах ты жопа. Стой. Это то, что мне делать, как говорят. Очередной раз насос за моими плечами. Это значит, что я все делаю правильно. И это ничто меня не остановит уже. Никакой насос. Все насосы мне по плечу.